Приятно, что все-таки в конце концов удалось освободить лидера народного протестного движения Донецкой области Павла Губарева, о чем было недавно сделано и специальное заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Этот деятель находился под арестом в тяжелейших для его здоровья условиях, однако неизвестна судьба очень многих других политических заключенных, которые удерживаются киевскими властями. Наконец, просто быстро и бесследно исчезают люди. Так на днях, вы, наверное, знаете об этом, средь бела дня был похищен людьми в боевой форме, без опознавательных знаков. Это сейчас уже очень модно становится. Руководитель киевского отделения общества байкеров «Ночные волки», который, по сути, сопровождал гуманитарный груз для осажденных в Луганске и Донбассе.